Я поехали в магазин Гуччи. Поехали. Едем в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. До Санкт-Петербурга, с Бердянска, поехали. Еще кругов 400 и мы доедем, мне кажется. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, Джек и Игорь, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, челлендж». И да, ребята, всем привет, и эта серия выходит только благодаря вам, так что спасибо. Всем привет, дорогие друзья, я надеюсь, то, что в этот раз вы тоже поддержите нас своими лайками, потому что мы очень стараемся, и чем больше лайков, тем выйдет быстрее новая серия. И приятного вам просмотра. Ставь лайк, если хотя бы раз в жизни смеялся. Чур я второй! Чур не первый! Чур не первый! Чур не первый! Я даже ничего не успел сказать, ладно, я пошёл. Давай, 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 давай. Короче, просто факт того остаётся, что ты первый, так что да, показывай. Так что... Привет. Ну сейчас покажу. Ща, я не второй, если чё, чур. Да, Игорь? Ну я без гемода. Сейчас я вам такое покажу, пацаны. Смешное главное. Конечно, давай. Вообще чтоб, такое чтоб прям на ха-ха пробило сразу же. На ха-ха? Ой, сейчас как на ха-ха-то пробьёт. Ой, пацаны, сейчас такое будет. Привет! Привет, я кавайная страняша. Вот, я смотрю аниме. Знаете, что такое аниме? Не. Вы не знаете, что такое аниме? Я сейчас вам покажу. Ой, песенка заиграла. Нани. Нани. Ты свои тудырки за Нани вот это. Нани. Лучше были бы собаки и Наруто Узумаки, это прикольно. Ну, собаки и Наруто Узумаки уже были. А ты его друг? Я его друг Нани. Нани! Я даже не знаю, кто это. Нани. Я тоже не знаю, но это нормально. Нани. Собаку зума. Нани! Давай, давай, давай! Ну что он смеется? Он что-то смешно хочет показывать, блин? А может он уже там показывает, а мы просто не вдупляем? Ой-ой-ой. Розовый гусь смотрит в окно. Хочет понять, почему так темно. Подожди, подожди, подожди. Нужно вот так вот, давай. Еще раз. Розовый гусь. Не, подожди, 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 подожди. Подожди, еще раз, еще раз. Вот теперь давай. Хочет понять. Почему так темно? Ну теперь похоже, вот теперь похоже. Сценка закончилась, закрываем. Ешь-то. Так, а стоп, какой я не я. О, ты! В смысле не ты, ты! Нани! Нани! Да, Нани! Поехали! Будь Нани! Давай, поехали. Пацаны, у кого-то лагает? Пиздец как лагает. А шо? А, я хотел остаться. Дурить вас хотел. Да я просто эксперименты тут ставлю. Эксперимент. Я понял. Я тут существо новое создал. Я жрик, да? Я тут экспериментирую много. Экспериментирую много. Подожди. Я не то. Вот это, да, опять залагало немного, не обращайте внимания. Тут эксперименты создает небольшие, над людьми экспериментирует. Вот допустим, над вот этим. Что-то происходит. Туда. Подожди. Подожди. Куда мне этот дебил глаза пересадил? Куда? Куда? Нет, нет, нет. Там на сиськах, на сиськах. Там? Да. Оля-ля! Привет! Через пупок вас вижу! А так ничего не так. Нет, тут. А вот так! Оля-ля! Ну, короче, Эдисон не нарушает традиции, он всегда показывает каких-то наркоманов. Да? Это не наркоман. Ну что ты стоишь, что ты стоишь? Все, стой, иду, иду, иду. До чего технологии дошли, да? На пупке глаз у меня. Пробуй. Так, пацаны. Пацаны. Ну я, короче, готов. Ну давай. Удиви мой пупок, давай. Мы продаем! Мы продаем! Но это не тот бородатый, вроде не разговаривал!
Я молчаливый баб, а какая давай, разница? Давай, а понимаешь, давай. Ставлю вот такой скин и все лагает. Нет, убери! 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 Улетаем, Игорь, садись, улетаем, лагает, все, все лагает! Все лагает! Все лагает! Лагает! Баксов, чувачок, гонил на лапу, пятачок, понял? Ну ты такой прикольный скин. Да не надо! Слишком мало крика! Слишком мало крика! Хотите покажу, как бомжи кричат? Давай. Еще раз, еще раз, еще раз. Давай. А что, водяру выплюнул? Подожди, ты раньше по-другому показывал, давай еще раз, еще раз. В смысле? Как я показывал? Ну вот он показывал, он мне уже показывал эту сценку. Не в Майнкрафте, понимаешь, не в Майнкрафте. В реальной жизни. Похоже, похоже. Ну ты дебил. Ты еще и лысый? Ну это проплешина. Проплешина, хорошо. Держи водяру обратно. На улице жить, облохишь на улице, и вот это вот. Ну ладно, ладно. Так. Лишаю меня. Да, пацаны, давайте, давай, давай, давай. Что он смотрит? Аучи крик! Аучи крик! Так, хорошо, хорошо. Гурчик Рек! Что у нас там осталось? Что у нас там осталось? Вот вы думаете, да? Вот, думаем, вот да. Вы думаете, то, что я такой миленький котик, да? Такой миленький котик. Да, Жека, это твой котик. А ну, да, а где твой котик? Покажи своего котика. Мой котик где-то в жопе. Я не знаю, он пропал. Он пропал. Вот вы он думаете, я такой миленький котик. Ну, я вам скажу, да, то, что... Жека меня ненавидит больше всего в этом мире. Он меня ненавидит. Знаете, почему он меня ненавидит? Потому что я не котик, как он думает. Я не котик. Он меня ненавидит больше всего. Что происходит? Подожди. Знаете, почему он меня ненавидит? Почему он меня ненавидит? Ну-ка. Потому что я... Эшкере! Я твой тёк А, я твой тёк Б, я твой тёк Г. Теперь я тебя точно 100% ненавижу. Ладно. Бургер. Убедил. Убедил, да? Сейчас, на секунду. Гуччи в Санкт-Петербурге. Гра! Мне нужно подготовиться к сценке, секундочку. Хочешь автограф? Я бомж, мне не надо. Не надо. Гра! Какие гра! Давай водки выпьем, давай. Давай. Сюда. И бургер. Разве водки? Какие бургеры? Нам нужно курить. Давай. Рыбкой закусишь, держи. Покажи, как не дать побухать можно, да? Рыбкой не хавай. Дебил. Ира, поехали в магазин Гуччи, поехали. Едем в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Гра! До Санкт-Петербурга, с Бердянска, поехали. Еще кругов 400 и мы доедем, мне кажется. Давай к другу нашему заедем. Алло, прием! Сейчас мы припаркуемся, почему? В магазин Гуччи едем в Санкт-Петербурге. Вы что, совсем это поехали? Доехали, блин. Бомж-водитель. Так, ну пацаны, я если что готов, как бы, да, я готов вам показать. Уже не бомж. Уже не бомж. У меня есть автомобиль. Дождь пошел, выключите дождь. Дождь мы выключили. Не, он мешает, я боюсь дождя. Кажется, дождик начинается. Привет! Я свинка Пеппа. Вот. Я люблю музыку. Но не для детей, не для детей. Не для детей, хорошо. Сейчас будет рок, смотри. Я любишь Пеппа. Я люблю эту. Она ужасно взрослая. А что, музыки нету? А где музыка? Где музыка? Где музыка? Не грузится. Видос? Включай на музыку взрослую. Мне кажется, ты можешь ее исполнить за меня. Я могу. Тёлку. У, я твой тёлку. А, я твой тёлку. Б. Не для детей. Не для детей. А чё ты хотел включить вообще?
я хотел деду в магазине кучу. Она не включилась, понимает? Что это? Кто это? Дед Мороз! Это Дед Мороз! Это обезьянка какая-то. С Новым годом! С Новым годом! Я это вам приготовил подарок! Я новый Санта-Клаус! Вот, подарок хотите? Как да, очки Гуччи. Мало шума! Это прыщи, у него за него прыщи на... Мало шума, а чё? Мало шума, подарок! Какой мало шума? Ааа, вот какой подарок! Ах ты, ах ты, извращенец, извращенец! Бам-бам-бам-бам! Бам-бам-бам! Извращенец! Что, исполните мне песню! Я хочу подарки! Подарки хочу! Ну давай, песня, будет, чтоб ты танцевал! Пихай трусы мне, деньги. А где песня? Включай песню. Ну, песня, говорю, исполните мне песню. Исполняйте. Песню тебе исполнить. На НИ! Да нет, какая на НИ, не на НИ. Взрослую мне надо взрослую. Песню. Не для детей. Не для детей. Чё мне много фейса пиарим, понимаете? Ой, да. На НИ. На НИ. А где твоя песенка? Я-то исполнил песенку. Это такой себе стриптизер на самом деле. Такой себе. Новый год. Новый год. Новый год, ты что, ты нормальный? Лагает, лагает, у меня пока ничего не лагает. Все, успокойтесь. Уберите лаги. Да убери это, Уберите лаги! Хорошо. А, все, подожди, еще Эдисон, да, покажи. Все, я показывал. Так, это Эдисон. Хорошо. Прво. А я вот Деда Мороза попросил, чтобы он мне игрушку подарил. Понимаешь, чтобы я всегда с ним мог играться. Чтобы она всегда. Я знаю. Нет! Не вот это! Уходи! Уходи, не вот эта игрушка, а чтоб эта игрушка всегда при мне была, понимаете? А он мне две игрушки, он мне две игрушки подарил. Фигасе, целых две? Две, они всегда при мне были. Поэтому, а для первой игрушки мне всегда нужна помощь, потому что я не могу с ней справиться, понимаете? Первый кубик Рубик, собери меня полностью, пожалуйста, собери, это первое. Да, я уже... А знаете, я вторая, у меня... На башке у меня кубик Рубик. Я еще прикол покажу. Нет. Подождите, это не важно, у меня башка посимпатичнее будет. Вообще, на башке у меня кубик Рубик, а в трусях у меня йо-йо, я так умею, типа, я тут не могу, конечно, показать, но, знаете, типа, так, вниз, опускается, поднимается, сюда вверх, вот тут мне помощь не нужна, только на голове, ну, собери меня полностью, пожалуйста, бери. А ты йо-йо мне подёргай, вниз, вверх, подёргайте йо-йо. О, йо-йо прям сам дёргается, наверное. Йо-йо прям встал, да? Йо-йо прям закрутился. Хороший Дед Мороз, спасибо. Спасибо тебе, Дед Мороз, что игрушки мне подарил. Правда. Чё, добил тоже, да? Да, у меня йо-йо вниз, вверх. А йо-йо сейчас вниз или вверх? Посмотри на Игоря. На полшестого. Не, йо-йо сейчас вниз, йо-йо. А вот тут и вверх, прям вверх, йо-йо. Та-та-та-та-та. Гря! Нет, убери, дебил, убери, полетели, гря, полетели отсюда. Пацаны, я сейчас, у меня моя игра сейчас будет. Все. На ни, не надо. Хеликоптер. Бургер. Ребята, ставьте лайки, пожалуйста. 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 Ставьте лайки, если хотя бы один раз в жизни слушали фейса. Да. Грязь! Или смеялись. Или спали. Да. Вообще. Я даже. Ставьте лайки, если у вас есть йо-йо. Если нету, то два лайка. Если нет, тоже ставьте. Если нет, то два лайка. И если бургер жрали, тоже ставьте. И подписывайтесь на колокольчик и нажимайте. Всем пока. Если в Петербурге тоже будет ставить. Пока.